Ну, я не могу себе представить, чтобы венская опера, например, я бывал в Австрии, чтобы венская опера там в стиле кубизма какого-то была выстроена. Это не вяжется, понимаете? Потом, для меня-то опера – это жанр такой исторический, потому что, ну, когда там современные оперы ставили, мне было немножко смешно. Все-таки эту классику надо ставить. Итальянцев, наших у нас сколько, и Глинка, и Бородин, Господи, Боже мой, это история России.